всем привет, дорогие пупсики, с вами я, Артём Фролов. И в данном видеоролике пупсы я решил зайти в ММ2, чтобы поиграть за текстуру ящиков. Искренне буду надеяться, что нас будет ждать интересный и увлекательный видеоролик. Самому даже интересно посмотреть, что из этого выйдет, насколько вообще это будет палевно, как это вообще устроено и все такое. Поэтому незамедлительно влепите свой драгоценный лайкусик под данный видеоролик. Если мы наберем здесь достаточно большое количество лайков и комментариев, то я дальше продолжу снимать, как я играю за какие-то определенные текстурки в Murder Mystery 2. Также не забывайте подписываться на мой YouTube-каналчик, включать уведомления. Ну и, в принципе, могу вам пожелать только приятного аппетита, приятнейшего просмотра. Ну а мы начинаем. Погнали! Я зашел в плиз донат и увидел свою подписчицу, давайте закинем ей 200 робоксов. Она получила свои 200 робоксов, но если ты также хочешь получать робоксы абсолютно бесплатно, то переходи в телеграм-канал робоксы бесплатно, ведь каждый день там раздают кучу робоксов абсолютно рандомным чувакам, и это не скам, проверяй сам. Ну и если ты хочешь трейдиться выгодно в ММ2, а также в Adopt Me, то переходи в чат трейдов Robux XO, ведь это не только выгодно, а еще проще простого. Не нужно стоять часами и искать донатерские серваки. Ну а ссылки ты можешь найти где? Правильно, в описании, а также в закрепленном комментарии. Так, началась катка. Ну, во-первых, у меня палится слишком мой войс-чат. Ну, я не знаю, это могут спалить только те, у кого есть войс. Так, ну чел, кстати, не палит меня даже. Или спалил. Походу меня кто-то спалил. Надо отсюда убежать, надо бежать. Ну, слушайте, во-первых, у меня палится, когда я хожу. Ну, кстати говоря, вот так вообще просто беспален. Ну, честно говоря, если бы я вот сюда зашел, я даже бы не понял, что этот ящик не настоящий. С учетом того, что у меня нету voice... Ну, у многих нету, точнее, voice-чата. Ну, короче, мне кажется, мордориха меня спалила. Привет! Опачки! А тут шериф умер. А тут есть шериф. Слушайте, а может быть мы затащим эту платочку? Кто мордор-то? А кто мордор-то? Ну, мордор по-любому не эти две челихи. Привет, привет, я тебя. Я понял, кто мордор. Девочка, ну ты глуп... Вот опять руины, опять просто руины. Ты зачем встала передо мной, алё? Ну и опять же, ну, как ее? Я не могу. Это тупая механика ММ2. То есть вы видели, я туда стреляла, она стреляет туда. Привет, привет, я тебя. Что? Кто это вообще? Она мне кидает зачем-то трейд. Отстань от меня, девочка. Она просто заруинила такую хорошую катку вообще. Ну просто шикарно, я бы мог еще за ящик выиграть. Но получилось, что не выиграл. Так, мне выпал шериф, нужно срочно спрятаться. Я могу, в принципе, затащить эту катку. Изи, вообще просто идеально. Вот этот чел, короче, играет с щитами. Ну, во-первых, он меня спалил. Как он меня спалил, я хз. Чел, короче, меня убил в прошлой катке. Я думаю, вы это все прекрасно видели. После чего я захожу в слежку. Он живой. Его пытается загасить мардер. Она просто его прям в упор бьет ножом. Ему плевать, он просто стоит и не умирает. И у него опять был пистолет, и он убил. Я не знаю, как он смог, во-первых, возродиться. Короче, бред катка. Он просто вот там встал и стоит. Но он читак определенно, либо же у него жутко физит, лагает интернет. Кстати говоря, мардер у нас кто-то из тех, у кого есть вот этот эффект. У кого эффект, который превращает зеленые трупы? Мардер уже вскрылся, мы просто будем стоять до Таува. Будем стоять до Таува, потому что я не хочу палиться. Но вот это очень палевно, когда ящик начинает двигаться, а тут все ящики, ну, вот так. Не пались. Ну не двигайся, чел. Ну ты можешь не двигаться, я не понимаю. Как отключить анимацию, чувиха? Ты зачем сюда пришла? Уйди отсюда. Походу, вот этот чел Мард. Нет, вот она мордериха. Она, кстати, второй раз подряд мордериха. Она в прошлой катке также была мардером. Пончик, пончик, понятненько. Ну я надеюсь, сейчас ящик затащит эту катку. Я не хочу просто палиться. Сейчас, если она подойдет, то я, в принципе, ее загашу. Просто чисто на спокойном. Она, кстати говоря, прошла, меня вообще не заметила. Тут просто... Ага, все, меня, походу, спалили. Меня спалили, я вам отвечаю. Как я не попал в нее? Алло! Как я просто смог не попасть? У меня вопрос. Как я не попал? Я стрельнул четко в нее. Она тоже с читами, что ли, играет? Здесь все, что ли, с читами? Алло! Где эта челиха? Ну, я не спутаю у нее эффект. Я просто не особо запомнил ее скинчик. Ну, она сейчас по-любому с этой стороны выйдет, да? Вон она. Давай, броу. Она полезла зачем-то наверх. Ну, кстати, она нубиха. Хотя нет, она преследует другого игрока. Она еще джамп-кемпер. Опачки, пупачки, ящичек затащил. Каточку затащил. Но этот сервак мне вообще максимально не нравится. Здесь много читаков. Я, кстати, в шоке, что Roblox не банит людей с щитами. Алло. Они читерят. You know?
как они вообще могут играть? Ну, просто тот чел, это реально, он читак. То есть это 100%, я не успел записать. Просто поверьте мне на слово. Коробка, дай пожалуй, арбалет за люгер. Понятненько. Кстати, коробка у нас Murder Mystery 2. Я Murder, у меня коробка. Опачки, пока. Коробочка не при делах. Коробочка уходит. Ну, блин, меня уже весь сервак спалил, что я коробка ходячая. Но, в общем, вот сам все равно, пальнуть тяжеловато, если я буду просто вот так стоять и потихонечку выжидать кого-нибудь. Ну, то есть, вот если бы я просто здесь проходил, увидел этот ящик, ну, простой ящик, просто стоит и стоит. Ну, и что такого? Ничего такого в этом ящике нет. Только палиться будет, если у чела есть voice-чат. Если есть voice-чат, то, в принципе, да, это достаточно пально. Кстати говоря, у меня эмоции невидимки. Оу, это невидимый ящик получается. Да, это круто. Идем, короче, эту челиху на баре загасим по шурику. Пау. Я ее не загасил. Я ее не загасил, она еще меня спалила. Ну все, тут надо срочно всех... Срочно гасить. Вот эту челиху. Она не поняла, что у меня нож, походу. Да не достали джамп-кемперы, алло. Джамп-кемперша, стой. Ну за ящик играть вообще неудобно. Застреваешь везде, я не понимаю, это из-за чего, с чем это может быть связано. Короче, кто-то из них шериф по любасу. Только кто не попал. Надо наперед. А, меня убил. А, на шерифиха. Я просто ее не заметил. Ну да, чисто. Я нуб. Вы все прекрасно знаете, что я просто нубяра. Могу или отключиться за один арбалет? Чел чекнул мой инвентарь и выпрашивает у меня арбалет за отключение. Понятно, вот рифы здесь. Я зачем спалился? Я бегу просто. Бегающий ящик. Она, кстати говоря, просто забила на меня. Может, она не поняла, что происходит. Мне максимально не везет с картами. Алло. Выпадает сначала... Сначала лаборатория выпадает, в которой нету ящиков, теперь медбольница, в которой тоже нету ящиков. Алло, зачем здесь... Она кемпер, ну это неинтересно, девочка, ну... Ну это бред, она просто, просто голимая кемперша, она так и будет стоять, я более чем уверен. Опачки. Она забайтилась, побежала за мной. Она сейчас выйдет с этой стороны. Я себя в тупик загнал, я дурак. Я дурак просто, я сейчас сделал тотальную ошибку. Если я просто не попаду, когда она зайдет, все, это смерть. Это GG будет. Но мне отсюда выходить вообще нету резона. Мне просто максимально невыгодно это делать. За ящик вообще неудобно играть. Он слишком гигантский, алло. Ну реально неудобно, но я более чем уверен, что он скорее всего стоит за стенкой. Ну по-любому же так и есть. Ладно, нет, я не буду рисковать, ну или рискнуть. Ну, слушайте, вот это вам так кажется, что вообще изи-катка, что я тут переживаю, нервничаю. За ящик реально тяжело играть. Просто сами попробуйте, он мега-гигантский, мега-неудобно, ничего не видно. В нем не развернуться и ничего не сделать. Ящик у нас спас герой. Ящик у нас герой. W. Так, катка за шерифа. Меня спалил чувак, он зашел вот сюда в душевую кабинку. В принципе, карта располагает. Кстати говоря, я очень неудобно зареспавнился, потому что тут куча игроков. И я не знаю... Спалили ли, что я ящик или нет, потому что я немножечко отошел, у меня была пауза. Но, походу, спалили, потому что челиха повернулась. Мардер уже. Мардер там у нас. Чё за лаги? Алло, Роблокс. Где Мардер? Вон Мардер. Ончик. Я почему не могу взять? Алло, я чё нажал? Уйди! Я просто заруинил игру. Алло, господи, я нажал на один, а не на два. Почему на два у меня арбалет... Почему здесь эмоция на 2, а в игре она на 1? Я не нуб. Я не нуб. Хорошо? Я просто текстура в MM2. И, наверное, играть за шерифа, либо за мардера просто не мое. Мое дело это просто стоять и создавать интерьер, декор. Короче, бред. Полный бред, бред и еще раз бред. Ну, короче, здесь много игроков, которые пальнули, что я ящик. Вот этот чел тоже пальнул, что я ящик, но он ко мне не подходит. И вроде бы все, it's okay. Вроде бы. Вроде я стою как просто текстура. Я надеюсь, что большинство меня не увидели, что я являюсь ящиком. Но вот это просто мега палевно. Это супер мега палево, прям жесткое палево, что ящик двигается. И еще, почему один раз ты анимацию не сделаешь? Ему нужно именно два раза ее повторить. Алло, чел, ты че? Ну, конечно же, карта поговорит прям. Мы мартер, можно не переживать. Можно не переживать, мне просто, знаете, интересно, я хочу где-нибудь просто встать, как ящик подойдет ли... Вот сюда бы вот такие ящики. Если вы хотите, чтобы я продолжил снимать, играю за текстуры в MM2, то обязательно прожмите прямо сейчас лайк и напишите в комментариях. Я не знаю, ну вот здесь челиха сидит по-любому, вот она сидит. Мы ее не загасим, а что за хитбоксы, алло? А у меня вопрос, все нормально? Я убил или нет?
Все нормально, в принципе. Когда меня убивают за километр. Я не могу вблизи в упор просто убить челиху. Ой, еще этот ящик настолько объемный, настолько неудобно в него, ну, в нем играть. Ну, это прям мега неудобно. Все, пока. Да, мили килл, значит, я убил. И ту челиху, значит, я тоже убил, но она телепортировалась трупом. Так, ну здесь, наверное, никого нету. Ну, по-любому, точнее, никого нет. Так, что у нас тут? А где все игроки-то? Игроков прям реально много, но... Но в основе... Кстати, может быть, они спалили, что я Марда? Хотя нет, никто не спалил. Я просто ящичек. Я просто ящик. Давайте сделаем по-умному. Сделаем умом, короче. Откроем вот эту шторку. Спрячемся туда. И к нам кто-нибудь зайдет, мы его быстренько загасим и выйдем отсюда. А, к нам никто не зайдет, да? Никто не хочет сюда зайти, да? Кстати, здесь чел умер. А почему он умер? Значит, кто-то из них шериф. По любасу, кто-то из них шериф, я вам отвечаю. Я не понимаю, зачем здесь сделано все куча всякой штуки. У меня, кстати, кто-то стрелял. Походу, вот он. Да, это он. Он шериф у нас. Просто мега неудобно играть за ящик, я вам отвечаю. Не пробуйте даже играть за ящик. Это просто мега неудобство. Просто мега руина. Вообще ничего не понятно. Кстати говоря, я загасил шерифа, но я не могу убить второго шерифа, потому что я не понимаю, что за бред. Меня просто опять загасили. Вы сами все видели, то есть я прям в упор ножиком у него бью, ему абсолютно плевать. Где хитбоксы, я абсолютно не понимаю. Мардер. Мардер это, ну, это просто, это Хогвартс. Здесь играть очень странно, когда тебя убивают за километр. Когда ты пытаешься убить, ты просто в упор, сколько угодно распытаешься, просто не можешь убить. Ну, тильт. Бред. Каточка за мардер ящика, но я нахожусь на карте, которая, ну, просто вообще здесь слишком палевный данный ящик у нас. Ну вот, опять же, хитбокс ММ2, да, то есть я сейчас в упор убил только с двух кликов. Мардер. Еще так неудобно играть за этот ящик, просто мега неудобно, и походу челиха шарит, что я мардер. Кстати говоря, чел идет ко мне, не знаю зачем. Не знаю, для чего он реально идет ко мне. Зачем он вообще начал... Ну это бред, ну как он узнал, что я мардер? Ну объясните мне, ПЖ. Ну господи, ну что за бред? Я убил чувака там, он знать не мог, что я мардер. Странные эти читеры, арабы. Ну блин, просто когда я ресетился слишком долго, и чуваки меня просто могли спалить. Ну да, ну и во-первых, здесь ящик слишком палевно стоит. Ну я просто не удивлюсь, если это чел мардер. Ну господи, ну это всегда, это дефолтные катки, смотрите. О-хо-хо, да конечно. Я вам серьезно, я вам клянусь, 5 последних каток, которые я просто не записал. Я стою этим ящиком, и рядом со мной спавнится мардер. Это фу, бред, это просто бредятина высшей степени. Кстати говоря, катка обещает быть интересной, там чел в скине мухи, что ли, я не знаю, прям очень мини-скин. Мне бы, кстати говоря, вообще бы не помешал такой скинчик. Как раз таки под ним очень хорошо прятаться в текстурах. Вон, смотрите, просто чел в фонтане утонул. Все. И, кстати, я еще понял лайфхак, нужно садиться. А, нет, не нужно садиться, не нужно садиться. Не нужно садиться, встать. Я мардер, но я мардер в больничке. Алло, ну господи, ну ящик в больнице, ну это мега беспалевно. Ну, конечно, просто мега беспалевно. Хотя чего прошел он, ему пофигу. Интересно, кто-то вообще обратит внимание на меня или нет? Ну вот, я просто стою. Просто стоит здесь какой-то гигантский ящик. Девочка вообще в АФК. Если я ее сейчас... Там палево. Я хочу ее просто отсюда быстренько так убить. Но здесь дерево, мне, наверное, дерево помешает, да? Ну и вот тут ходит, сейчас, короче, все отойдут, и я просто беспалевно ее попытаюсь убить. Ну, я по-любому спалюсь. 100% я взял, спалился. Вот чел на мухе, я не понимаю, тебе не жилось спокойно, чел на мухе? Объясни мне, пожалуйста. Вот тебе спокойно просто не жилось, да? Ты серьезно сейчас? То есть тебе спокойно не жилось? Угу, опять хитбоксы, ММ2, здрасте. То есть я чела прям в упор убиваю, вот, в упор, просто. Чего вообще плевать, чего просто пофигу. И тут, скорее всего, сейчас еще шериф. Но я иду чисто целенаправленно за этой мухой. Кто здесь шериф? Ага, вот и шериф. Хитбокс ММ2, алло, добрый вечер, может быть, вы появитесь или как? Ну, типа, что за бред, я просто в упор, вы видели сами, в упор, гашу, в упор. Ничего не происходит абсолютно ничего, и меня просто выносит шериф. Я не понимаю, с чем это связано, алло. Готовимся ресетиться, я ресетаюсь по-быстренькому. Тут чувак пишет, что я дурак, уже кто-то спалил, что я ящик. Вот тот чел, нубяра, который скин нуба, он спалил меня. И этот, походу, тоже, да, бежит ко мне. Можешь дать что-нибудь, пишет он мне. Я, кстати говоря, шериф.
Я, кстати говоря, шериф, и прям вообще идеальная нычка, вы гляньте. Ну это вообще просто... Это просто 100 из 100. Уровень скилла, уровень прятки 100 из 100. Ну это W. Я просто буду сидеть здесь, ждать, пока Март спалится, а потом уже делать дела. Ну вот этот чел, кстати говоря, я говорю, вот этот нубчик, он знает, что я ящик. Поэтому, возможно, он меня может спалить. Ну вообще, ну просто идеальная нычка, ну это с одной стороны, а с другой стороны, я ничего не вижу отсюда. И как мне быстренько перебежать, с учетом того, что шанс, то, что здесь каждый игрок может быть мардером, очень большой. То есть я просто не смогу без палева пробежать, скорее всего. Хотя, может быть, и смогу. А, я знаю, кто мардер. Все, можно без палева просто бежать. Просто встаем вот здесь, ныкаемся. Все, просто второй ящик тут стоит. Ну нет, перед лестницей палева. Все. Я просто стою. За шерифиха? За шерифа, там он мартер идет. А, кстати, ящик я очень палевно встал. Я очень палевно встал в центре прохода. Очень палевно, мега палевно. Ну че, вот идет. Все, я, короче, просто попытаюсь ничего не делать, просто стоять. Посмотрим, спалит он меня или нет. Может, сюда? W, вообще W. Просто это самый лучший обзор, во-первых, да? Во-вторых, я на изи могу загасить. Чел, уйди. Уйди, по-братски. Не надо ко мне, уйди. Так, чувак не палит. Подождите, стоп, он мне... Он не в меня кидал? Он меня не спалил, не спалил, не спалил. Так, мы не палимся прям. Я наготове его гасить. Прям наготове. Он отсюда выйдет, скорее всего. Ну, еще есть минута 40. В принципе, реально можно потестить. Она меня тоже не спалила, походу. Но это реально выглядит очень реалистично. Мега-супер реалистично, но... Вот он идет, мардер. Мардер, кстати, немножечко нубчик. Да, ему вообще просто... Ему пофигу. Я просто стою на чиле... В принципе, на расслабончике мы все равно выиграем катку, даже если я не убью мардера. Наверное. Ну, мардер, ну пройди здесь. Ну, вот локация, конечно, не прям самая лучшая, потому что мардер здесь, ну, даже я, если был бы мардером, вот в эту комнату я никогда не захожу. То есть, ну, зачем? В основе всегда все на улице прячутся. Ну, блин, минута остается, может быть, уже надо палиться? Возможно, кстати, надо бы палиться. Чего меня не увидел, я надеюсь. Я просто перевернулся немножечко. Кстати, вот так еще более реалистичней. Надо, короче, чтобы чел сюда подходил, я, в принципе, его загашу. Немножечко я слишком долго задержался. Он вот с этой стороны сейчас выйдет, смотрите. Просто пресефом. Алло, че ты, где? Где он? Ну, не говорите, что он сейчас пойдет в канализацию, и пока он там ходит, бродит. Ну, че, мне идти к нему, что ли? Ой, мардер, мардер, ну ты, конечно, и нубчик. Ну и где он? А, вот он. Я опять не то нажал. Я просто не то нажал, еще и чел, скорее всего, джампкемпер. Все, фух, затащил. Затащил, но мардер даже представить, наверное, не мог, что я, типа, короб. Ну что ж, мои дорогие пупсики, вот такой видеоролик у нас с вами получился. Нужно перевоплощаться назад. Надеюсь, видеоролик вам понравился, вы влепили свой драгоценный лайкусик, подписались на мой YouTube-каналчик, не забывайте включать уведомления и подписываться на мой телеграм-канал. Также полезные ссылки вы можете найти в описании, а также в закрепленном комментарии. Ссылка на чат трейдов и на канал с бесплатными робуксами. Ну и надеюсь, что по данным видеороликам вы проявите достаточно хороший актив, чтобы я дальше продолжил снимать для вас рубрику, где я играю за какие-то определенные текстуры в Murder Mystery 2. Ну а на этом я буду с вами прощаться. С вами был я, Артем Фролов. Увидимся завтра на этом YouTube-канале в 14:00. Ну а если ты еще не смотрел данные видеоролики, то настоятельно тебе рекомендую посмотреть их.